Выше ноги Лего-Скорпион вышел на охоту. Робота-хищника по имени Вован собрали ребята из Петухова. Среди конструкторов и 11-классник Дмитрий Адаменко. Юноша увлечен информатикой и механикой. Уверен, за роботами будущее. Увлекался компьютерами и очень интересно стал. Робот, его, в основе его и лежит компьютер. Значит, через него можно программировать. Я тоже увлекаюсь информатикой, программированием и спокойно, то есть, к нему вот этому отношусь. Ну а сборка этого просто увлекательно и интересно. Чей проект оригинальнее и значимее, решает жюри. 16 школьных команд по всей области представили на суд роботов-помощников, механизмы Чебышева и космические аппараты. Вот машина, которая заваривает чай. А этот механизм прекрасно справляется с уборкой улиц. Есть и роботы-поливальщики, строители и даже уникальный комплекс по утилизации автомобилей. По словам организаторов, интерес ребят к моделированию и проектированию растет год от года. У юных конструкторов неплохие шансы показать свои умения на всероссийском уровне. Все команды, они будут участниками мартовского регионального этапа международных состязаний роботов. А по итогам регионального этапа международных состязаний роботов победители младшей, средней и старшей возрастной группах поедут на всероссийский этап международных состязаний роботов. Первые места на региональном конкурсе в трех возрастных номинациях взяли команды из Шумихи, Шадринска и Курганской гимназии номер 47. Александр Гришаков, Кристина Волковинская, Александр Менщиков, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45».